Машка, привет! Привет! Куда ты едешь, расскажи? В Луганск! А потом в аквапарк поедем. Класс! На море вообще. Ничего себе, как ты быстро скачешь. Ой. Чуть не упал с коня. А кто это едет? Вам дорогу вот таких надо будет наделать. Пустая штука, ну. Лёха, кто тебя огурцами подкармливает? Деда, да? Ну. Всё, ты уже... Мам, а что там дружишь? Ты там дружишь? Вот папа наш огородник. Так, фокус, фокус. Ой, это не влазит. А, влезло. Девки по лесу ходили, красовались на ель, какая ель, какая ель, какие шишечки на ней. Класс, Лёх. Вот какой у нас манеж. А манеж снова где-нибудь есть. Еще там гречки осталось мало. Какую кашу? Может, макарошки сварить? Там гречку. Да гречка там есть, но чуть-чуть. Мне на тормозок надо брать. И вам чтобы было. Все. Нет, все не буду. Ты что? Маме еще чуть-чуть осталось. Снимаешь дело. Да. Через 5 домов. Спать хочет. Когда ниточки проводят. Весь прикол, что у него не выпадает. Смотри, вот так это, водичка выпадает. И он... Обезьяна знает, что его снимает. Блин, самое интересное не сделала. Андрей, Егор, тормози! Егор! Я самое интересное не сделала. Я сяду с краешка. Мадам, а с этим мы поехали. Что Нет, Юрка, съешь быстро конфеты, чтобы не на тебя в руках не таяло. Хорошо. Ты смущаешь народ. Разверни доску, видишь, немножко прикосился стол. Ух ты, это стройка, да? Вокруг Empire State Building стройка идет. Мне подарила бабушка. Валя, да? Да. Рассказывай. Это пазлики. А кто тебе подарил пазлики? Бабушка тоже. Бабушка Марина, да? Да. Да, а кто тебе подарил самолетик? Помнишь? Настя. Настя, да. Ты сегодня весь в подарках, да? Да. А почему? И... Потому что у меня зерно с денег. Класс. И вертолетик. Молодец. Я
героин. Отец героин. А папа не получили, если получили больше бы дали. Давай сюда. Спасибо. Маме нашу маму? Виталик вот нашу. А, получилось запустить. Да вы что? Только осторожно по людям не попади. А ну-ка. Все, уже. Он нюхает. Уже вы на табачок подтянула Леху. Да, уже. Что такое? Он что, у нас места нет? Давай. Я забыл. А где Саева? Ой, Сонина, господи. Да, она в надежде. Я тебя в саду заведующая, если честно. Лобанова. Я тут. Ну что же мне дежурить? Зачем тебе салфетки? У тебя кусочек нет. Я знаю, я в гостях была, мед пила, полсан тепла, в рот не попала. На Андрюшкин именины испекла бабушка каравай. Скоро сам начну писать. Какую жизнь, блин. Корочку положили зачем-то. Вообще ужас. А там сестра. Это все водка. Сестра, а знаешь, какой-нибудь полотенце? На колени положить, я тут далеко. А, ты бродяга. Ты бродяга. Пиво. Спасибо. Вампиры не кусают, не больно кусают? Thank you.